Несостоявшийся грабитель устроил дебош в магазине на Большом проспекте. Мужчина набрал косметики и уверенным шагом направился к выходу. Когда его попросили заплатить, стал кричать на кассира и охранника. Требовал выпустить, оскорблял, грозил расправой. Серьезность намерений подкрепил заявлением о своем тюремном прошлом. Ты знаешь, как мы отсижены? Мне 7 лет отсижены. Ты думаешь, что здесь просто нарисовался, да? Ну что, вообще вот так вот, надо петушек. Работники магазина заблокировали двери и удерживали агрессивного посетителя до приезда наряда Росгвардии. Как выяснилось, злоумышленник не врал. В его биографии 3 срока за кражу, мошенничество и хранение наркотиков. Мужчина задержан.